Привет всем, кто сейчас находится у экранов своих телевизоров, мониторов и прочих устройств. Короче говоря, всем тем, кто сейчас смотрит этот фильм. Сегодня 25 августа 2019 года, воскресенье. И формально лето завершает свой тур по 2019 году. И сегодня мы решили отдать дань уважения этому лету и приехали также формально проститься с ним, несмотря на то, что сентябрь обещает быть теплым и сухим. Но это уже совсем другая история. Сегодня мы выбрались в места, о которых можно сказать, что эти места не тронуты человеком. Вокруг меня находятся пышные густые леса, а позади меня несет свои воды, мутные воды, река Уба со стремительной скоростью. Итак, устраивайтесь поудобнее и давайте вместе с нами вспомним этот день. Желаем вам приятного просмотра. Вот не выдержал, остановился на минуточку заснять красоты этого леса. Преобладают сосны, березки, ели. А здесь вот такая красота. Сервис доходит до леса. Как говорится, все для людей. А вот увидел такой брикет сена. Думал, интересно, как же ему придали такую форму. А когда подошел поближе, увидел, что он связан какими-то веревками. И таких брикетов здесь целое поле. Вот так интересно, оригинально в беседке придумано крепление лавочек к стойкам. Просто сделаны зарубы и скосы на сидушки. И они установлены в эти стойки. Вот у речных берегов растет дикая малина. Надо отметить, что листья, собранные в таких местах и заваренные в чай, придают этому чаю особенный аромат. Это не та малина, которая растет на дачных участках. А в лесу уже потихоньку наступает осень. Может быть, этого еще не видно на камеру, но воочию верхушки деревьев уже начинают помаленьку желтеть.